не деген сұмдық, бір айлап мусор алмайтын заман болды. Енді біз телевиденияға беретін жағдай болды. Это безобразие. Посмотрите, этот мусор у нас лежит уже вторую неделю. Никто и не убирает его. Такое видеообращение о забитых до отказа мусорных площадок поступило в редакцию телеканала ОТРР от жителей дома номер 37 по улице Кинкичу Абайского района города. Автор ролика Куляш Мауминова утверждает, что последний раз вывоз мусора осуществлялся несколько недель назад. Это подтверждают и другие жители дома. Две недели не убирали мусор. Вот, потом убрали, и вот опять уже вторая неделя. Это хорошо, что еще мух на мусорке нет. Ежедневно приходится дышать этим зловонием. Только мы поговорили с жителями улицы Кинкичу, как во двор многоэтажки въехал мусоропогрузчик. Сразу за мусоровозом прибыли и представители, ответственные за уборку компании. В свою очередь, представители ТО «Спецавтотранс» попросили извинения у своих абонентов за несвоевременную уборку твердых бытовых отходов и объяснили причины такой задержки с уборкой. Мы должны были забрать мусор еще в начале недели, но ворота во двор многоэтажки были закрыты. А на следующий день у нас сломалась техника, которая отвечает за вывоз мусора в этом дворе. Мы за это приносим свои извинения. Стоит отметить, что тариф за вывоз твердых бытовых отходов с 1 июля будет увеличен. Жителям многоэтажки придется выложить по 171 тенге за человека. Частному сектору уборка отходов обойдется по 200 тенге за каждого проживающего. Причиной повышения тарифа, по словам ответственных лиц, послужило неблизкое расположение мусорного полигона, увеличение стоимости горюче-смазочных материалов и среднего прожиточного минимума. Остается надеяться, что ответственные за вывоз твердых бытовых отходов компании будут серьезно подходить к возложенным на них обязательствам за такие-то деньги. Бахром Абдуллаев, Амантай Аульбек, Ербол Махашев, информационная служба телекомпании ОТРАР.